Как я и обещал, очередное включение камеры будет при очередной рыбе. Как всегда, ловит Константин Золотарев очередную щуку. Может, эта щука хочет уйти с пассатижами в руках? Серега, которые плетенку кусают очень хорошо. Нас больше, блин. О, не о, щука. Эдик тоже может ловить? Отпускаем, да, Серега? Конечно. Отпускаем. Так, один отпустил. Так, уберите воблер от нашей лодки, пожалуйста. Вот сейчас профигачит еще, не дай бог. Щука. Можешь его ставить, я тебе потом покажу, сравнишь. Пошла, родимая. Эдик, поздравляю. Thank you very much. Константин Золотарев. Простонародье кекс. Поймал очередную щуку. Килограмм на 7-8. За глаза или подсак дать? Да я вот думаю, как бы ее взять-то. Глазки. Она штука дергаться будет, как падла. Ну давай, я тебе возьму. Самое главное, чтобы руки не поранить. Вон зубы у нее, посмотрите. Охренеть. Так, Костя, может, ты подержишь, а я это... Ну, восьмерка где-то. Может. Сейчас, подожди. Экстракт. Да, сейчас я сюда. Ну ладно, зафиксировали.